За мэра Москвы Марат Хуснуллин назначен вице-премьером. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. РИА Новости сообщает, что заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин назначен вице-премьером нового правительства. В декабре 2010 года Марат Хуснуллин вступил в должность заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Он курирует вопросы градостроительного развития столицы, возведения автомагистралей, метро и железных дорог, программу реновации жилья, привлекает инвестиции в отрасль строительства, а также решает проблемы обманутых дольщиков. Сегодня, 21 января, президент России Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. На этом все. Следите за новостями жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!